ждать, пока трансляция его выступления не началась. Предполагается, что на этом выступлении он объявит о референдумах, которые проходят в оккупированных украинских территориях, и, вероятно, заявит о частичной мобилизации, по крайней мере, как-то прокомментирует тот закон, который был принят сегодня стремительно в Государственной Думе в три чтения одновременно, в котором принимается положение о военном времени, про положение о мобилизации, в общем, решение, которое изменит ход и истории этой военной, и положение всех людей, которые находятся сейчас на территории России. Но пока его выступление не началось, Виктор, я очень рад тебя видеть на эфире. Взаимно, Миша, привет. Да, привет. Ну, слушай, вот с нашей последней встречи прошло несколько месяцев, и, в общем, на наших глазах тема, которую мы в прошлый раз довольно подробно обсуждали, это пассивное невмешательство общества в политику Кремля, что на этом держался кремлевский консенсус 22 года подряд. Все, что Кремль хотел от общества, это чтобы общество просто не лезло в политику. Сейчас это отношение, эти отношения с обществом трансформируются, когда начнется мобилизация, потребуется уже активное участие. Чем это грозит Кремлю, на твой взгляд, и как это вообще изменит ткань российского гражданского общества? Слушай, ну, я не специалист по криминологии, ты сам это прекрасно слышишь. Но... А про общество? Ты же, ну, что про общество? То есть, во-первых, нет никакого общества. То есть, это довольно странно называть население Российской Федерации обществом, во-первых. Да? Мы просто используем слово «общество», мы как-то с тобой говорили об этом, правда, на предыдущем эфире, а на предыдущем. Это такое слово, которое мы используем, когда хотим сказать «вот они все». Вот вместо «они все» мы говорим «общество», и никакого смысла за этим нет. Поэтому, ну, наверное, ну, то есть не стоит мыслить в категориях, вот есть Кремль, он что-то хочет и что-то делает, а есть общество, оно пассивно и не вмешивается. То есть, ну, обывательски очень понятная, удобная конструкция, но несмотря на все безумие происходящее, несмотря на все, что он сейчас ляпнет и сделает, и что за этим последует, давай я как бы вот в криминологию ударяться не буду. Нет, в криминологии, конечно, мы действительно не знаем, что происходит в Кремле, но вот этот имплицитный, вот, окей, не гражданское общество, но какой-то имплицитный общественный договор в России же до сегодняшнего дня существовал, нет ощущения, что он сейчас меняется? Понимаешь, есть проблема в том, что мы называем общественным договором в такой вот повседневной, ну или полуповседневной, полуэкспертной речи, совершенно другие вещи. То есть нам кажется, что есть некоторая власть, как субъект, который вот принимает решение, суверен, прости господи, объявляет военное положение. Есть общество, которое как бы на какие-то условия соглашается, а на какие-то нет. Ну, вот все-таки общественный договор – это не то, как, значит, древние евреи мыслили свои отношения с Богом, такой контракт, который заключили, то есть половина на тебе, половина значит, на арендодателя. Общественный договор вообще в принципе, если мы там копнем дальше до Гоббса, это и есть твое отчуждение права. То есть общественный договор, он не заключается между властью и людьми. Общественный договор – это то, что заключается между людьми для того, чтобы они друг друга не убивали. И в этот момент они производят операцию, которую Гоббс называет «lay down the right», то есть операцию отчуждения права. То есть в тот момент, когда люди такие, ну да, пожалуй, так мы друг друга замочим очень быстро, давайте сделаем что-то такое, там, какого-нибудь суверена себе придумаем, ему передадим права на насилие, для того, чтобы он следил, чтобы мы это насилие здесь не применяли по отношению друг к другу. И в этом плане все идеально укладывается в нынешнюю логику мобилизации, потому что в тот момент, когда ты отчуждаешь право на насилие, передаешь это право государству. В тот момент, когда ты, как говорит Гоббс, обмениваешь свое естественное право убивать на гражданскую свободу не быть убитым, дальше ты можешь ждать всего чего угодно. В том числе, например, то, что твоя гражданская свобода не быть убитым, будет у тебя тоже изъято. Что, собственно, мы, да, можем наблюдать. Мне кажется, или ты пересмотрел свои отношения к Гоббсу с нашего последнего разговора, потому что я помню, ну, я могу сейчас ошибаться, я не успел пересмотреть из-за всей суматохи предыдущий эфир, чтобы о себе напомнить какие-то твои позиции, но вообще ты сейчас очень антитатистских позиций таких выступаешь. Я тебе напомню, что наш с тобой первый разговор как раз и был на том, что мы с тобой по-разному выступаем с антитатистских позиций, просто не либертарианец. При этом то, что социологи в аксиоматике, в базе своей опираются на гоббсовскую концепцию того, что есть некоторое множество единиц, можно назвать мультитудом, и только через отчуждение прав, которые, значит, у них там изначально есть, в том числе право на убийство, и рождается Левиафан под названием государство. Ну, то есть это Гоббс не изменился с 1651 года, ну и мое прощение пока тоже вроде как не сильно изменилось. Как, хорошо, я повторю еще раз свой вопрос. Правильно я понимаю, что, на твой взгляд, отношение общества, или как ты хочешь назвать, того народа, населения, который сегодня заперт с Владимиром Путиным на одной территории, и Кремля, в общем, не изменилось по итогам сегодняшних заявлений, и, соответственно, и консенсус, который существовал между обществом и государством, не изменится? Мне кажется, там базовая идея связана с тем, что происходит непрерывное нагнетание страха. И это страх, это такая торговля страхом. Она ведется со всех сторон. И это просто разные страхи в ассортименте. Просто сейчас мы будем наблюдать еще один виток закручивания гаек, как следствие еще один виток страха, как следствие еще одна волна эмиграции. Но это такой мой обывательский прогноз. То есть про то, что там, значит, есть некоторые где-то зафиксированные отношения власти и общества каким-то образом. Нет такого. Ну, если, конечно, дай бог, кому-то удастся уехать, сейчас, опять же, есть ощущение, что завтра граница уже, по крайней мере, для молодых людей призывного возраста и прошедших военную кафедру, она закроется. Это то, что все боялись в начале так называемой спецоперации, значит, 24 февраля, но то, что сейчас на наших глазах действительно произойдет. Поэтому, если у вас еще есть возможность, возможно, сейчас не поздно поехать в аэропорт, завтра уже будет поздно. Ну, вот видишь, слово «торговля страхом». Мы все так или иначе участвуем в этом процессе. Мы все участвуем в этом процессе, но в то же время страх того, что государство может стать страх мобилизации, да, государство уже обращается к этому страху не для того, чтобы напугать, оно обращается к этой мере для того, чтобы получить вот ту самую силу, которой сейчас не хватает для победы над Украиной. В том числе и для того, чтобы напугать, потому что в таком случае возникает паралич, а паралич – это что очень выгодно.
Потому что, ну, посмотри на то, как действует военная цензура, посмотри на то, как действует там, Facebook, как экстремистская организация и так далее. И так далее. Это все, в том числе, методы систематического террора. То есть в прямом смысле слова террора – ужаса. Да, то есть это как раз то, что транслируется. И мысль о том, что страх мобилизует, она очень ложная. Тех, кого он мог мобилизовать, он мобилизовал еще после 24 февраля. На твой взгляд, как раз вопрос, задача парализации общества, она не была решена еще 24 февраля? Нет, то есть конечно. Какая еще дополнительная парализация общества нужна для того, чтобы Путин мог достигать своих целей? Если бы она была решена, то тебе не потребовалась бы себе огромная машинерия пропаганды, которую мы как раз тобой обсуждали в прошлый раз. А если бы она была решена, то не было бы такого воображения, когда люди, несмотря на чудовищные законы, тем не менее, вполне себе, живя в России, продолжают высказывать антивоенную позицию, в том числе в запрещенных социальных сетях. А эта задача не была решена, абсолютно провалена, по счастью. Но, возможно, сейчас как бы они перейдут к следующему этапу. То есть я правильно понимаю, что ты считаешь, что это буквально реакция на заявление Пугачевой? Нет, запрещенная социальная сеть Инстаграм. А, да, я забыл, что еще вторая запрещенная социальная сеть той же самой экстремистской организации. Я человек предельно далекий от Инстаграма, а я боюсь, как бы, да, я не это имел в виду. Ну, просто это звучало как будто комментарий про Пугачева, потому что действительно было. Я стараюсь максимально дистанцироваться от этого, потому что это поток безумных комментариев, он является частью, на самом деле, всего этого безумного эмоционального водоворота, который мы с тобой обсуждали в прошлый раз. Поэтому нет, я не готов присоединяться к этой борьбе, к этой торговле страхами и надеждами. То есть, не мой бизнес. Хорошо, но это же все при этом... Это не торговля страхом и надеждами, это не твой бизнес, но в то же время это как бы фактор политической жизни. Ты считаешь, это действительно какую-то роль могло сыграть, или это просто надежды как раз, и больше ничего? Слушай, я не знаю, если честно, потому что для меня как бы, все-таки может представить либо интерес как предмет исследования, и как предмет исследования это будет, несомненно, представить интерес, когда у этого появятся последствия. Пока, ну, в этом смысле исследователь всегда патологоанатом. Он лучше всего... Когда умрет, тогда и разберешься, да? Конечно, ну да. Дыхание Чейна Стокса, потом исследование. Но не в другом порядке. Либо как фактор моей собственной жизни биографии. Но поскольку моя жизнь уже не протекает на территории Российской Федерации, потому что там остались мои близкие мне люди, я ничего не понимаю, как мог бы на это повлиять вот в этом модусе. Экзистенциальным, а не исследовательским. Люди сейчас нуждаются в той роли, которую на самом деле выполняет Арестович для украинского народа, то есть такой коллективной психотерапии, где человек будет объяснять, почему еще не все потеряно, почему еще есть какой-то шанс, какая-то надежда, та самая торговля надежды, да? А почему это не конец света? Мне кажется, это на самом деле довольно важный социальный вопрос. Мы же не самый важный социальный функционал, просвещение важный социальный функционал, других важных социальных. Алло. Доброго времени суток. Доброго. У меня к вам вопросик есть. Так. Вернее, даже не вопросик, а вот, так сказать, оцени анекдот. Так. Значит, Иванушка пошел ловить рыбку, ловит, и вылавливает золотую рыбку. Та ему говорит, отпусти меня, отпусти, я выполню любое твое желание. Тот такой, не глядя, не думая, говорит, я хочу быть принцем, сделай меня принцем. Так. Ну, такой, да, хорошо, без проблем, на утро будешь принцем. Отпускает его, все дела, значит, идет домой. Ложится спать, просыпается, а его будет. Иванушка, Иванушка, просыпайся. Просыпайтесь, мой принц. Тот такой, да, что? Мы едем в Сараево. Угу, замечательно, да, охуенно. Только там эрцгерцог был. Нет, чел, там был Иванушка. Иди нахуй. А, то есть ты не шаришь в истории, да? Да, да.